Городской газете «Вечерний Магадан» исполнилось 30 лет. Первый номер печатного издания вышел в тираж 27 июля 1990 года. С этого дня материалы информационного агентства выходят каждую неделю. Опытные профессионалы трудятся над выпусками самых актуальных и свежих новостей. Рассказывают о наболевших проблемах и ярких эпизодах в жизни города, о значимых людях и раскрывают подлинную жизнь жителей Магадана. Кроме опытных деятелей российской печати, ВМ воспитала и выучила многих студентов журфака. Слаженная работа коллектива проходит не без помощи главных редакторов. За 30 лет их было немного, но каждый привнес свои творческие коррективы и пользу в существование и развитие магаданской печати. 30 лет назад вышел первый номер городского общественно-политического еженедельника «Вечерний Магадан». За это время поменялось многое, чего только не было. Всего и не упомнишь. Были и свершения, и трудовые победы, а мы достойно преодолевали трудности и весьма успешно решали жизненно важные проблемы. Но всегда неизменным оставалось одно – мы живы, пока нужны вам, наши уважаемые читатели. Работая над каждым номером в течение 30 лет, сотрудники «Вечерки» всегда старались сделать его не просто интересным, но и полезным и нужным. От себя отдельно хочу поблагодарить свой дружный коллектив «Вечерки», который поистине стал моей второй родной семьей. Горжусь и благодарю каждого за то, что они сегодня рядом со мной и работают на благо издания. Работа не по уставу, а по совести, по уважению. И я думаю, что не каждый руководитель сможет похвастаться с такими сотрудниками, и этого дорогого стоит. Мы не работаем в газете, мы действительно живем ей, живем нашим «Вечерним Магаданом». Также хочу отдельно поблагодарить наших руководителей Управления культуры и мэрии города Магадана за их поддержку и помощь нашему изданию. «Вечерний Магадан» читают как в городе, так и за его пределами. Каждый четверг свежие выпуски газеты отправляют пенсионерам, жителям дома инвалидов, заключенным и даже людям без зарегистрированного постоянного места жительства. Редакция ВМ сотрудничает с федеральной печатью «Российская газета». А те, кто не имеет доступа к страничкам свежей газеты, может посетить официальный сайт вечернимагадан.рф.